Маршрут следует от улицы Наташинской в северной части города через станцию метро Ново-Косино до железнодорожной станции Реутова. Перевозят пассажиров новые машины автоколонны 1787 Мострансавто. 1064-й маршрут – это альтернатива рейсовым автобусам столичных компаний, в которых право льготного проезда у жителей Подмосковья нет. Глава Люберец Владимир Ружицкий подчеркнул, что маршрут открыт по многочисленным просьбам жителей района.